где это я? О, снова ты. Какими судьбами тебя сюда занесло? Кэря. Возможно, мне придется выучить утиный язык. Возможно. Так, что у нас тут? Фотография. У меня есть дочка. Начинаю припоминать. Мне нужно найти дорогу домой. И утенок есть. А, ну это он и есть, наверное. Да, он в шапочке такой. Его спутник. Эй, там! На берегу. Меня зовут Билл Боттомсворт, бермудский, и я самый известный пират Бермудского треугольника. Послушай, морячок, мне еще не доводилось встречать кого-то лучше бермудского Билла. Думаешь, тебе хватит сил отыскать мое спрятанное сокровище? Йо-хо-хо. Где что открылось? Ого, на моей ферме в водорослей застрял старый корабль. Поможешь мне убрать его, пожалуйста? Так, нам надо найти карту. Передвинуть потом как-то. А, прям сейчас можно. Так, хорошо, куда нам стрелять надо? Корабль. Найс, такой крестик был. Вот еще крестик есть. Сюда попадет. Да. Он был только в крестике. Развернуть его. Вот здесь что-то надо будет пробить. Походу. И закрыто. Можно отыскать сферу. Потом, видимо, здесь откроется, мы сможем его развернуть и выстрелить в эту сторону. Либо здесь где-нибудь развернуть его.
Тысяча чертей, новичкам везет. Дальше будет уже не так легко. Нашли карту. Потом воспользуемся. Ключ-то у нас на первом острове. Потом в конце сходим. Так, ну, в принципе, он развернулся. То есть можно его как-то где-то в другом месте развернуть. Здесь его можно даже мой попугай справился бы с этим заданием. Йо-хо-хо. Сухопутным крысам никогда не найти их все. Так, ну, вроде больше ничего. Не во что стрелять. Эти мы все покрутили. Так, тут у нас всего три. Пиратской жизни легко привыкнуть. Еще шесть. Ну, надо, значит, найти, наверное, их лучше. Может быть, с них все и начнется прохождение. Разрази меня гром, пират никогда не упустит свою пару. Упустит свою пару. Да ты сорви голова, вот твоя награда.
Так, один собрали. Выровнять ее. Так, по нему ориентироваться. То есть вот так. Так, показывал где-то тут плоту. За платом. Под платом. Внизу. Так, по-моему, еще где-то один-то должен быть. Или мы все собрали? Пойдем проверим. Да, все. Как мы туда попадем? Так, это будет немножко в другую сторону. Надо развернуть. Да что такое? Так, развернули или не развернули? Развернули. Так, вторую собрали. Третья, наверное, надо к пилоту этому, к Милтону. Хотя, наверное, нет. Вот здесь еще есть. Пробить надо. Нам тот зверек что-нибудь даст.
а точнее третью сферу. Застрял старый корабль. Поможешь мне его брать, пожалуйста? Ферме водорослей. Интересно, что там. Здесь надо ключ, чтобы узнать. Прокатить и отсюда вывести. У нас пока ключа этого нет. Так, вот здесь еще корабль. Значит, не все корабли потопили. Теперь тут появился огромный кракен. Нужна твоя помощь. Ага, его. Водоворот. Это далековато. Так, ну по сути. Если он сюда уплет, все будет хорошо. Если он проскочит, будет плохо. Проскочил. Я думаю, что он сюда упрется, вот в этот пенек. А, хорошо, тогда нам надо его отсюда, снизу. Вперед, вверх, вправо. Продумаем. Так, здесь он не остановится. То есть вариант только вот отсюда. Здесь
лестницы вверху. Либо отсюда можно туда. Да, наверх. Влево, вниз, туда. А надо его сюда поместить. Ура! Благодаря тебе я могу вернуться на свою ферму водорослей. И убивать людей. Лавовый остров. Так, смотрим, что мы здесь прошли. Не открыли, потому что там нужен какой-то цвет. Какой цвет там нужен? Отсюда не видно. Идем на первый остров. Так, здесь мы сейчас откроем сундук. Ну, по идее, если мы здесь ключ не нашли, то мы сейчас в сундуке, ну, вот, в тайнике найдем ключ. Правильно? Да. Как раз таки оранжевый. Теперь мы сейчас возвращаемся, используем оранжевый, что-то делаем, что-то получаем. Паш остров 100%. А ей не надо было нажимать. Так, конспиративный остров. По максимуму. Лесной остров. Так, там у нас какой-то был ключ. Потом найдем. Сейчас посмотрим. Запомнить. Какой здесь у нас ключ? Красный. Сейчас, по идее, там 3 реликвии должно быть. По идее.
О, да это же реликвия. Три штуки. Да? Раз. Два. И третья. Но он одну зажал. Да, ладно, уходим. Потом, если что, найдем. Так, лавовый остров. 6, 0, 1, 1, 1.